сегодня они отдыхают. Сегодня они в зрительном зале и наслаждаются специально подготовленным для них концертом. День работника культуры в театрально-концертном центре «Щелковский театр» отметили весело и с размахом. День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта. В театрально-концертном центре для всех, кто трудится в этой творческой сфере, устроили фееричный праздник. Сегодня день труженика, день человека, который работает всегда, все 24 часа в сутки. А самое главное, который дарит людям ощущение праздника, красоты, творчества, эстетики. Того, чего нам порой, может быть, не хватает. Настроение они действительно создавать умеют, организуют праздники, важные мероприятия, фестивали. Работники культурной сферы, кажется, всегда сами настроены на творчество. Время так идет быстро, и кажется, что ничего нового придумать невозможно. И где-то иногда, видя в ваших глазах чуть-чуть грустинку, буквально через миг, через мгновение, вы выходите на эту сцену, вы выходите на подмостки и площадки нашего любимого Щелковского, теперь уже городского округа, и показываете свое мастерство. В этот день они в первую очередь принимали поздравления и подарки, награждали тех, кто вносит активный вклад в развитие культуры в округе, сотрудников, руководителей учреждений культуры. Для них выступил симфонический оркестр, инструментальная капелла и финалистка шоу «Голос» Ангелина Сергеева. Лилия Тимиева, Валерий Жиглеев, телерадиокомпания «Щелково».